Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра! Народная артистка России Надежда Кадышева впервые за долгое время появилась на телевидении. Певица участвовала в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Поклонники после просмотра шоу признались, что передача довела их до слез. Знаменитая певица, которая в начале лета отпраздновала свое 61-летие, открыла программу Малахова, посвященную застольным песням, любимым многими хитом «Виновата ли я?». Звезда в студии программы была в светло-зеленом пышном платье с рюшами и оборками. Артистка восхитила поклонников не только шикарными вокалом и танцами, но и моложавым видом. В социальных сетях интернет-пользователи поделились впечатлениями о новом выпуске программы и признались, что едва сдерживали слезы, когда смотрели передачу. Слезы наворачивались от этих задушевных песен. «Огромное спасибо Андрею Малахову за этот великолепный вечер», — сообщил Андрей Белей. «Слезы на глазах от таких душевных песен», — добавила Мира Мира. Как бы ни ругали Кадышеву, но все ее песни мы поем в караоке или дома под рюмочку с друзьями, призналась Яна Васильева. Кадышева что-то похудела на лицо, написала Валентина Макарова, добавив, что у Нади появились мешки под глазами. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.